Палата предпринимателей города Астаны предлагает изменить методику расчета штрафов коммунальных служб для субъектов бизнеса. Сейчас монополисты выставляют суммы предпринимателям в сотни раз превышающие причиненный ущерб. Палата же считает такую методику неадекватной, предлагает начислять штрафы в зависимости от ежемесячной оплаты за коммунальные услуги. К примеру, берется сумма за 3 месяца и умножается в 2 раза. По словам эксперта Нуржана Букина, в палату регулярно поступают жалобы на коммунальных монополистов. Астана Суарнасы за срыв пломбы выставила моей компании большой штраф. Я ежемесячно оплачиваю за воду 150-200 тысяч тенге. Они мне начитали штраф 28 миллионов. То есть это в 140 раз превышает потребление моей воды в месяц. Я с этим не согласен, мы выиграли суд. Методика, на которой основывается Астана Суарнасы, а я считаю, она несправедлива по полной пропускной способности трубы. И мы предлагаем ее изменить на среднемесячное потребление. В данном случае это очень правильно внести сюда изменения, потому что путем решить вопрос только одному, это ни к чему не приведет. Мы единично будем решать вопрос предпринимателей, естественно, это в рамках правового поля, а ВОЗ так и останется там. Надо выносить изменения.